Интересно, что вам не напрягает.
знаю, как все из жизни, из окружающих. Хотя да, в общем, конечно, про консервы сейчас петь уже смешно, потому что, сами видите, столы ломятся от яд. Но просто надо делать скидку на то, что эта песня была написана очень давно, то есть и потом консервы, наверное, это метафора в данном случае. Да, конечно, вот это не как телефон не выносит из этого угла, я позволю себе еще раз спросить. И вообще, вот вы сегодня вечером как расположились, интересно. И особенно, когда вот Митя играл, сейчас делал из себя мандолину, мне пришел в голову вот такой вопрос. Вообще вы сильно напоминаете оркестр народных инструментов сейчас, по позициям. И несчастный случай, как это делал вообще в текущий момент уникальный коллектив, потому что все выгоняют музыкантов, вы берете наоборот. Поэтому вопрос, не хотели бы еще расшириться, взять, например, арфу? Себя в мандолине с удовольствием возьмем. А это Саша? Да, Саша. А это Саша. Понятно. Да, для вас, Александр, вход бесплатный. Остальные музыканты платят взнос вступительный. За счет этого платится зарплата остальным музыкантам в течение полугода, ребята. Александр, с мандолиной приходи всегда. Хочешь сейчас выходить? Да? Вы не платите? Все играют? Thank you.
это только сын, я сын. Thank you.
Все-таки смотрим.
становятся, да, даже старые, написанные длинными, становятся все короче и короче. Едем дальше. Yeah.